Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я ездила в магазин «Лента» и по вашим просьбам сняла то, как я ходила в самой «Ленте», то есть полочки, я так понимаю, и, наверное, продукты. В общем, я очень буду ждать ваших комментариев под этим видео. Во-первых, понравилось оно вам или нет, а во-вторых, что именно вы хотите видеть, может быть, просто по длительности больше. На самом деле, наснимала я совсем чуть-чуть, я ездила туда со своим младшим сыном и, конечно, то еще, да, с ребенком и с тележкой и с камерой в руке. Тележка тяжелая, она у меня практически полная всегда, я выхожу из ленты с полной тележкой. И, в общем, да, еще то удовольствие, но я думаю, что я приноровлюсь, опять же, дети пойдут в школу, садик, точнее, в школу уже пошел, садик у меня младший пойдет на следующей неделе, и я думаю, что будет видео уже получше. Так что заранее извиняюсь, если кому там не понравится то, что камера где-то трясется, где-то еще что-то, вот, но постараюсь в следующий раз, как минимум, постараюсь больше снять, то есть больше полочек, наверное, да, и что именно вы хотите, то есть отснять все цены и все полки за один раз, конечно же, я не могу, потому что это слишком много, слишком долго, вот, но, в общем, буду ждать ваших комментариев, и, так сказать, следующее видео уже будет с обзором ленты, я назову это так, уже будет непосредственно подстроено под ваши пожелания и просьбы. Так что приятного просмотра!
Ну что, вот такая вот закупка. Тут уже кто-то ходит, бродит. Сейчас буду все убирать, все раскладывать по своим местам, да? И кто-то у меня да. тут уже шакалит, я это называю. Ворует. Шакалит, да. Вот. Вот такая вот у меня получилась закупка. Видео с непосредственно закупкой продуктов выйдет следующее. В этот же день я постараюсь загрузить следующее. После этого видео все-таки сделаю отдельно, потому что некоторые, я знаю, что мои зрители хотят смотреть именно то, что я купила, а не саму ленту. Кому-то это интересно, кому-то нет. В общем, буду стараться выпускать подряд два видео сразу. Вот, поэтому, кому интересно посмотреть, что именно купила я, смотрите следующее видео. Также хочу сразу сказать, что оставлять оригинальную аудиодорожку, то есть оригинальный звук, который, когда я снимаю это видео непосредственно в ленте, я не могу, потому что у нас в ленте играет музыка. Это нарушение авторских прав. Я уже сталкивалась с Ютубом, скажем так, с его всякими проверками после того, как я в нескольких видео нарушила авторские права. И тогда несколько дней не могла и видео загружать, и, в общем, комментарии у меня пропадали в связи с проверками моего канала. Поэтому больше таких историй я не хочу, поэтому видео будет у меня именно таким. То есть либо с музыкой вы смотрите, либо с моими комментариями. Тоже нужны ли вам мои комментарии или нет, обязательно напишите внизу в инфобоксе, но оно в любом случае будет озвучено, то есть оригинальное оно не будет оставляться из-за нарушения авторских прав. Надеюсь, что все будет тоже хорошо и вам понравилось это видео. Буду меньше болтать, да, и больше снимать в следующий раз. Очень жду ваши комментарии, вашу поддержку. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Обязательно смотрите следующее видео с непосредственно самой закупкой. Всех люблю, целую и до новых встреч!